Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-ортодонт клиники Сатори. В этом видео мы покажем, как происходит профессиональная чистка зубов при ношении брекет-системы. Для начала мы снимаем лигатуры и дуги. Первый этап – чистка зубов с помощью ультразвукового скалера. Брекеты, эластики, дуги создают дополнительные неудобства для чистки зубов. Вокруг брекетов, под дугами, в межзубном пространстве скапливается налет. Ультразвуком мы удаляем твердое отложение со всей поверхности зубов, включая труднодоступные места, такие как межзубные пространства и поддесневые карманы. Стараемся ультразвуком не касаться самих брекетов в избежание их отклеивания. Далее удаляем мягкие зубные отложения при помощи Airflow. Очищение зубов происходит при помощи специального абразивного порошка с водой, поддающихся под давлением. По принципу действия система Airflow фактически представляет собой пескоструйную обработку. Для снятия налета используется очень мелкий порошок, который не повреждает зубную эмаль и бережно воздействует на мягкие ткани десны. Также Airflow очищаем сами брекеты от остатков пищи. Далее очищенную от камней налета поверхность зубов полируем специальной щеточкой с абразивной пастой. После данной процедуры поверхность зубов становится идеально гладкой, что предохраняет зубы от скопления налета, а значит уберегает их от развития кариеса. Профессиональная чистка зубов позволяет убрать мягкий твердый зубной налет, с которым не в состоянии справиться обычная зубная щетка. Не всегда наличие зубного камня является очевидным для пациента. Если вы носите брекет-систему, необходимо проходить профчистку зубов раз в 3-4 месяца. Регулярная профессиональная гигиена полости рта является залогом здоровых зубов и десен. После чистки рекомендуется проводить фторирование зубов фторгелем или фторлаком. Это снижает чувствительность зубов после профессиональной гигиены и укрепляет эмаль. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Мы снимаем различные интересные видео про стоматологию.